Всем привет! Видео на шину Winran R330 специально для канала Во Колесо. Значит, резина мне, честно говоря, не очень понравилась. Например, Сайлун от Reza Elite, он раза в два, наверное, лучше, чем вот этот R330. На влажном асфальте происходит такой снос, и чувствуешь себя неуверенно сразу. Советовал бы ее использовать только на сухом асфальте. И по цене она была в два раза дешевле, чем Сайлун от Reza Elite. Поэтому из-за бюджета выбрал вот эту вот шину. Но Сайлун от Reza Elite раза в два лучше, наверное.